почему мы вообще, в принципе, проявляем такой интерес к малому предпринимательству? Потому что это наши производители непосредственно. То есть на данный момент у нас на площадке представлено 12 тысяч поставщиков. И из них 7 тысяч – это не просто российские производители, это российские малые производители. То есть это, грубо говоря, индивидуальные предприниматели российские. На складе у нас сейчас находится около 50 миллионов товаров. И из них 40% произведено в России. У нас была еще одна инициатива. Да. То есть у нас есть схема работы с поставщиками. Больше 80% мы работаем по агентской схеме. Когда мы снизили свое агентское вознаграждение в феврале месяце с 38% до 19%, то мы увидели, что увеличился практически в два раза поток производителей, которые хотят с нами работать. И это опять-таки в основном те же самые индивидуальные предприниматели. И поэтому мы видим перспективу в том, чтобы и дальше развивать эту историю. Планы у нас, конечно, грандиозные, и мы надеемся, что летом или осенью этого года мы уже выйдем в страны Восточной Европы. Польша, Словакия, Чехия и, наверное, Румыния. Пока предварительно так. Ведется работа очень, как сказать, масштабная, просто она не видна, поскольку для того, чтобы выйти в Европу, нужно много, ну, много всего изучить, много всего сделать. Кусвилла мы тоже там берем нескоропорт продуктами питания, которые, ну, как сказать, недолгого хранения мы заниматься не будем. Потому что это же все завязано на логистику, мы же не можем обещать то, чего мы не можем выполнить. Там совсем другая логистика должна выстраиваться. То, что мы сейчас запустили половину нашего собственного склада в Подольске, который является самым большим на данный момент build-to-suit под нужды одного ритейлера, и это нам позволило сразу расширить линейку товаров детских. То есть мы теперь начали продавать крупногабарит детский. Соответственно, под продукты мы тоже планируем выстроить определенную логистику и там места хранения, но вот скоропортящиеся продукты нет.